Доброго дня, уважаемые учителя! В данном видео покажу, как вы можете пройти курс по критериальному оцениванию и получить за это сертификат. Для этого перейдите в раздел «Приложения», найдите «Smart», нажмите на кнопку «Открыть», здесь нажмите на кнопку «Войти» и перейдите в раздел «Курсы». Выберите язык, на котором вам будет удобнее проходить, на русском или на узбекском. Я покажу на русском языке. Нажмите на кнопку «Посмотреть». Перед вами откроются темы из данного курса. Вам необходимо нажать на кнопку «Пройти», ознакомиться с материалами данного курса, перейти к заданиям, выбрать ответ на данный вопрос, нажать на кнопку «Ответить» и «Далее». И так переходить на следующий урок. После того, как вы пройдете все задания, ваш курс перейдет в раздел «Пройденные», и здесь вы можете скачать сертификат. Нажмите на кнопку «Сертификат» и можете сохранить его у себя на рабочем столе. Спасибо за внимание. Всем успехов в прохождении данного курса.